Какие они старые. Вот когда Пол Маккартни увидел с крашенными волосами Ринго Старра, еще вот, вот ну, ну как-то вот, как, вот какая-то надежда, какие-то воспоминания. Но когда Йоко Оно вышла, все, все, вот Битлз все-таки в прошлом. А сейчас к другой теме переходим. Сюрприз на неделе моды в Нью-Йорке. На подиум впервые в истории мероприятия вышли модели в хиджабах. Автор этой коллекции – модельер из Индонезии Анесса Хасибян. Открыла свою линию одежды всего год назад, поэтому для нее самой было неожиданностью получить приглашение на неделю моды в Нью-Йорк. С собой Джакарта. Она привезла 48 разных платьев. Из них всего лишь 10 вечерних, и все остальные модельер называет повседневной одеждой. Кстати, зал аплодировал Анессе стоя, что случается достаточно редко на таких показах.